Девушки, с разными мужчинами мы чувствуем себя по-разному. Только задумайтесь, бутылка воды в магазине стоит 1 доллар. Та же самая бутылка в ресторане стоит 3, в аэропорту 5. Одна и та же бутылка, одна и та же марка. Меняется только место. То есть разное место дает разную ценность одному и тому же предмету. Если вы сейчас чувствуете себя на 1 доллар, а хотите чувствовать на 5, поменяйте место. И подписывайтесь на мой инстаграм, ведь там я про отношения и про мужчин рассказываю еще.